Бдительная пенсионерка помогла задержать вымогателей на Красной Лачетте. Свердловчанка стала свидетельницей возмутительной сцены и немедля позвонила в полицию. Поступило сообщение от неравнодушной гражданки 1953 года рождения о том, что у дома номер 54 по улице Шестакова трое неустановленных с применением насилия посадили в автомобиль «Шевроле Лачетти» красного цвета молодого человека и увезли его в неизвестном направлении. Спустя полтора часа автомобиль был остановлен, а все находящиеся в нем граждане доставлены в отдел полиции. Пострадавший, не веря своему счастью, рассказал, трое малознакомых громил требовали у него 200 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.